Тысячи прибывших и продолжающих прибывать в Армению россиян столкнулись с теплым в кавычках армянским гостеприимством. Речь о непомерно вздутых ценах на аренду жилья и другие услуги, пишет Грапарак. Что мне нравится? Есть какие-то проблемы у вас? Например, цены или какие-то проблемы? Не знаю, дорогое жилье. Для съема жилье, да, когда снимать. У нас были большие сложности с квартирой. Мы сняли ее очень дорого, и она очень плохая. Сколько дорого? Ну, $1000 получается. Да, $1000. В принципе, по жилью я заметила резкий рост, но я так понимаю, что это временное явление. И так полагаю, что они снова придут в привычное русло. Согласно информации, наибольшее недовольство россиян вызвало то обстоятельство, что банки по совершенно надуманным предлогам отказываются обслуживать прибывших из России граждан, в том числе, часто не открывают счета для них. Редакция получила уже десятки жалоб от граждан России. Центробанк опровергает, что спущен устный заказ не обслуживать нерезидентов. Между тем, как утверждают наши источники, послы аккредитованных в Армении посольств западных стран лично связались с управляющими банков и предупредили: если вы будете обслуживать граждан России, в вашем отношении также будут применены санкции, вплоть до отключения от системы SWIFT, пишет газета. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.